от абонента 7-4-9-5-9-0-9-2-3-5-8 получено. Суббота, 8 октября в 15:38. А меня зовут Ирина, специалист группы контроля качества. Вам сегодня должно было прийти СМС с индивидуальным финансовым предложением. Подскажите, вы его получали? Записала и отправила. Что-то еще добавите? Отправить повторный СМС с правильной информацией. Отправляю. Всего хорошего. Конечно, я перезвоню вам вечером. До свидания. Для удаления записи нажмите от абонента 7-9-0-6-6-8-0-7-0-7-2. Получено. Понедельник, 3 октября в 14:13. Рублей с любой кредитной историей. Чтобы перейти к оформлению заявки, нажмите цифру 1. Если в данный момент вам не нужны деньги, нажмите 0. Для удаления записи нажми от абонента 7-9-0-6-3-5-0-4-1-2-3. Получено. Воскресенье, 2 октября в 13:07. Заявки на заем. Если получение денежного займа для вас все еще актуально, нажмите цифру 1. Если заявка на заем не актуальна, нажмите цифру 2. Для удаления записи от абонента 7-9-0-6-6-7-8-9-1-5-6. Получено. Пятница, 30 сентября в 14:08. И без переплаты процентов. Чтобы подать заявку и получить деньги на карту, нажмите цифру 1. Если вам сейчас не требуется финансовая поддержка, нажмите 0. Для удаления записи от абонента 7-9-9-1-6-8-1-8-7-9-6. Получено. Пятница, 30 сентября в 12:12. Сейчас, если ваши долги по кредиту превышают значимую часть дохода, то это повод законно и легально списать их. Тем более, что законодательство недавно упростили. Согласны получить более подробную информацию, хорошо? Для удаления записи нажмите от абонента 7-9-6-7-0-6-7-0-9-1-8. Получено. Четверг, 29 сентября в 15:29. Только сегодня. Для оформления заявки нажмите 1. ООО «Микрокредитная компания Финмол». Для удаления записи нажмите от абонента 7-9-0-6-6-7-7-2-5-3-1. Получено. Вторник, 27 сентября в 14:09. И без переплаты процентов. Чтобы подать заявку и получить деньги на карту, нажмите цифру 1. Если вам сейчас не требуется финансовая поддержка, нажмите 0. Для удаления записи нажмите от абонента 7-9-0-6-6-7-5-6-2-2-8. Получено. Суббота, 24 сентября в 14:17. И без переплаты процентов. Чтобы подать заявку и получить деньги на карту, нажмите цифру 1. Если вам сейчас не требуется финансовая поддержка, нажмите 0. Для удаления записи нажмите от абонента 7-9-0-6-6-7-2-9-9-7-6. Получено.
среда, 21 сентября в 14:13. По паспорту. Без переплаты процентов. Для зачисления денег на карту нажмите цифру 1. Если вам не нужны деньги, нажмите 0.